Приветствую вас, Анжела. Понимаете, какая ситуация? Для того, чтобы проконсультировать вас, для того, чтобы вам получить консультацию, нужно общаться непосредственно с родителем, непосредственно с родителями мальчика, понимаете? То есть вы ему, я так понял, все это. То есть вы ему не, ну, не мама. Вот. Вы ему не мама, и соответственно, это, как бы, наверное, не совсем корректно было бы обсуждать с вами то, что происходит у мальчика, да, с его родителями. А я вот честно скажу, читая ваш текст, не совсем понимал о том, не совсем понимал то, кто мы. То есть вот вы говорите, да, что там мы ему объясняем, мы, вот кто мы, я не очень этот момент, если честно, понял. То есть нет никаких мы. Вот, от слова совсем. Есть только отдельные люди, вот, которые могут чему-то ребенка научить. Вот. Это первое. Ну, второе. Если вы говорите, ну вот из того, что вы описываете, да, я могу сделать такой вывод, что у ребенка, да, дефицит внимания, причины которого нужно выяснять. Потому что вот сейчас, на данный момент, нет возможности, да, понять причины, по которым у ребенка рассеяно внимание. Вот, на мой взгляд, он нуждается как раз таки в этом самом внимании, на мой взгляд, все, что он делает. Он делает ради внимания, он хочет его получить очень сильно. Вот, внимание, я имею в виду, он хочет получить очень сильно. И, как бы, ему его не хватает. То есть, у меня возникло такое ощущение, что с ним много, действительно много общается, вот. Ну, с ребенком. Вот. Но никто не общается с ним, ну, знаете, как, никто не общается с ним глубоко, вот, такое у меня возникло ощущение. Вот. Я могу, безусловно, могу ошибаться, вот, безусловно, могу ошибаться. Мне вот так кажется. Вот. И если я прав, то ребенком нужно менять всю
систему взаимодействия. Вот. С ребенком нужно менять общение, то как вы устраиваете с ним это общение. Вот. И немножко по-другому с ним контактировать. Это первое. Это второе. Третье. Не совсем понятен вопрос. Вот. Вы чего хотите-то? Что вы говорите, что сторону ребенка принимаете, когда переводите его из одного класса в другой, то вы слушаете учителя, который говорит, что он ведет себя неподобающим образом. Так вы, может быть, определите, в чью сторону вы поддерживаете, но вообще, для ребенка не хорошо, когда его переводят из одного класса в другой, потому что это дает такое вот ощущение, что любую проблему могут решить вот таким образом. Вот это не есть хорошо для ребенка. Вот. В целом. Вот. И, на мой взгляд, вы ему, ну, таким образом, вы ему вредите больше, чем помогаете. Но, опять же, за счет того, что таким образом дарите ему чувство защищенности. Да, понятное дело, что защищенностью здесь не пахнет. Вот. Да, у меня как-то вот из вашего сообщения сложилось такое впечатление, что слишком много у ребенка тех, кто рядом с ним. Вот. То есть слишком много близко. Вот. Все пытаются что-то объяснить. И возможно это является проблемой. Возможно, это является проблемой, потому что ребенок просто привык к тому, что всех вокруг много. Вот. И у него несколько искажается благодаря такому подходу. У него несколько искажается восприятие себя и других людей. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, требуется несколько более такой осознанный, если угодно. Подход, да,
Вот. Может быть, который помог бы ребенку как-то самому отвечать за свои действия. То есть, вот поймите, пожалуйста, что очень много у ребенка вот, людей, которые ему да, там что-то, ну, что-то советуют, да, что-то указывают, вот, что-то показывают. То есть это тяжело, вот, объективно. Вот. Поэтому я надеюсь, что в этом смысле меня выпустят. Еще раз, консультироваться нужно непосредственно родителям, вот, а не дяде и тете. Я так понял, что вы тетя ребенка. Вот. И дальше уже из этого исходите с проблематикой, которая будет обозначена. Вот. Такой может быть ответ вам. Я надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на наличие мужской фигуры для ребенка. Это очень важно, мужская фигура. Очень важна. Вот. Если мужская фигура не активна, то ребенок не приучается, не научается нести ответственность за свои действия, за свои поступки, за свое поведение. Вот. И очень важен личный пример, конечно же, вот, так как ведут себя его близкие, потому что если его близкие, к примеру, ведут себя несколько резко, несколько быстро, несколько хаотично, то будет возникать трудности, конечно же. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.